Вопрос, а если испанский плащ намочить соленой водой, может эффект будет лучше, а то как-то просто вода это неинтересно. Вот, вот все заключается в том, хотя вопрос очень хороший. Смотрите, все заключается в том, что вода должна быть холодная. Простыня это должна быть в холодной воде, и вы себя холодным обматываете в эту простыню. Потом, значит, вот это теплое одеяло, желательно перина, чтобы вас придавило, и образовался эффект. И смотрите, что тогда получается. Вот этот контраст холодное-теплое, если вы, вернее, разогрев, если вы это попробуете, у вас будет совершенно иной интерес, нежели, как вы там написали, соленое. А почему все-таки не соленое? Потому что, знаете что, вот эта вот гадость, которая имеется, она выходит на влажное, и если влажное это соленое, она туда никак не выйдет. То есть она боится соли. Все эти микробы, все эти грибки и так далее, они не любят, они останутся внутри. А вам надо выманить их из себя, создав влажную среду. Видите, какая разница? Не соль, а именно нечто другое. Соль, то можно применять соленую воду совершенно для там, иных целей, для того, чтобы, грубо говоря, там больше там, гноя вытягивать или еще что-нибудь. Есть такие вещи, повязки называются. Когда за счет осмоса, значит, начинается вытягивание изнутри наружу. Но здесь нужен нам совершенно другой эффект. Нам надо, в первую очередь, создать вот этот вот парной эффект, то есть холод-контраст, после внутренний жар. И создается температура, которая вытесняет разного рода заразу, грибки и бактерии и так далее, наружу. И они ищут спасение, выходя через кожу на простынь, на влажную среду. Им влага нужна. Вот это запомните, это разница.